Ты уже войну прошел, ты крепкий, настойчивый, во-первых, становишься. И я с первого же ряда, первого снаряда, я сразу уничтожил одну огневую точку. Я однажды так попала, что я дома никому не говорю, и до сих пор уже не... Вот уже сколько я, 28 лет не работаю. И тогда работала, я дома никому ничего не рассказываю. Конечно, страшно. Вот я пришел домой, мне мужики встречают, там на траве лежали. Ты слыхал, говорит, война началась? Я говорю, нет, не слыхал. Тогда было мало оповещений радио. 14 января, значит, это самое, началось наступление на снятие блокады с Ленинграда. Ну, в общем, я 18 января, меня под Ленинградом ранило в поясницу. В общем, родился я, видимо, в рубашке, потому что пуля прошла всю спину, позвоночник только оцарапала.